Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по волшебной книге Тиилим. 58-й псалом у нас сегодня. Он входит в те три псалма, которые начинаются со слов, мы уже говорили, 57, 58, 59, «Не погуби». И, следовательно, пишут в древних книгах, что он помогает от всего плохого. Вот, так как «не погуби» имеется в виду в широком плане, то очень многие вещи, которые нельзя перечислить, там, например, там, ты не можешь все заранее знать, что там будет, но вот от всего плохого помогает этот псалом. Еще у него есть особое свойство, антисобачное, так сказать. Он помогает от бешеных собак, от злой собаки, от укуса собаки, от того, что ты боишься, чтобы тебе бежит собака, или ты боишься местности, где встретишь собаку, или какое-то, ну, связанное с опасностью, все, что связано с собакой, написано этот псалом, полностью устраняет. Его защита, написано, что этот псалом читают для защиты от сложностей и трудностей, читают минуту скорби, читают, когда кажется, что друзья оставили, что ты один, ты брошен, вот, этот псалом очень помогает. Ну, основное, еще раз повторяю, это то, что он помогает против различных проблем с собаками. Ну вот, пожалуй, все, что мы знаем об этом псалме. Браха ва ацлаха, всего самого лучшего.